Всем привет! Сегодня соберем вот такой вот куб Ready баррель или бочка. Собирается как обычный Ready куб. Это shape mode его. Значит, углы вот такие вот треугольнички. И что нам надо запомнить, что ребро ставим справа от угла. Что здесь, что если перевернем угол, ребро справа. Размешаем и соберем. Сначала ориентируем углы. Видите, здесь два желтых, соответственно, два зеленых. Так не должно быть. Они должны быть все разноцветные на одной стороне. Вот. Ну и, как мы помним, ребра справа от угла должно быть. Желтое на месте. Обращаем внимание, вот зеленое стоит, но это не то ребро. И его не перевернем. Нужно вот это вот загнать. Вот такими простыми заменами. Так, и сюда вот это. Вот мы собрали нижний слой. Теперь ставим правильно ребра на верхнем. Ой, не ребра, углы. Углы на верхнем ряду. Они все стоят на своих местах, только подкручиваем их в правильное положение. И собираем вот этот вот средний ряд. Так, ну вот желтый. Нам нужно его вот сюда. Красный вот сюда. И синяя вот сюда. Вот средний ряд собран. И теперь ребра верхнего ряда. Это у нас зеленые на своем месте, а эти три не на своем. Просто обмениваем их местами. Вот все. Ready баррель собран. Спасибо за внимание. Всем пока.